Всех приветствую на прохождении симулятора фермера. Да-да-да, ребят, что-то захотелось мне поиграть немножко в симулятор фермера. Крится немножечко отдохнуть от хорроров и всяких игр. Так что давайте будем вместе с вами разбираться. Я, конечно, немножко прошел обучение здесь, но вы сами понимаете, что нажми туда, тыркни сюда, а потом, когда закончилось, ты такой, и что делать? И куда его тыркать? Да, перед тем, как мы начнем, я не знаю, те люди, которые подписались на меня из-за водного мира, вот этого затопленного мира, есть возможность записать, короче, второй сезон. Вышло новое обновление, я проверял, и у меня теперь там есть и рыбки, и новая лестница, и много чего интересного. Как думаете, стоит ли отстроить себе огромную базу на воде и полностью подкрывать все, то, что мы там с вами не подкрывали? Если да, то напиши комментарий, я как-то подумаю, нафармлю там ресурсов и попробуем заняться этим. Так, а теперь давайте смотреть, что нам нужно. Нам нужно для начала будет с вами построить... Ага, вот, здание для постоянных работников. Давайте, наверное, куда-то мы его... Не знаю, может куда-то вот сюда его поставим. Сразу проведем дорожку. Так. Вот так и вот так. Я не знаю, нужна ли тут дорога, в принципе, либо не нужна, но пусть будет. Здесь мы дальше сможем с вами открывать вот эти вот территории. Ля, сколько у нас места. И плюс еще у нас... Так, это что такое камень? Это мы камень будем давать. Плюс у нас еще есть здесь вот какая-то заброшенная ферма. Так, убрать мусор за 100. Нет, пока мест нам еще рано. Нам еще нужно купить. Ладно, давай смотреть. Здесь у нас должны сейчас появиться рабочие. О, отлично. Так, трудоустроить. Давайте, наверное, наймем пока есть пару человек. Давай, наверное, тебя трудоустроим. И... Так, кто ты? Животные, животные, сады. Давай. Так, сады, животные, сады, растения. Давай, наверное... Растения, так, животные и все, да, сады, машины, о, и машины, отлично, хотел одного нанять, но пусть будет. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно здесь будет, получается, в поле посадить семена, только я не знаю конкретно какие. Давайте посмотрим по животным, что у нас есть. Так, у нас дом без пасечника, курятник, страусиная ферма. Ага, здесь мы пока не можем строить, да? Давайте, может, попробуем начать с вами рыбоводный завод. Куда-то его возле нашего поля поставить, либо куда-то сюда, я не знаю. Хотел, наверное, разделить. Здесь у нас будут поля в этой стороне. Тут у нас будет стоять техника, наверное, а здесь именно производство. Как вам такая идейка? Так, давай рыбную ферму, наверное. Да, давай, наверное, сюда мы ее поставим. Сейчас мы немножечко ускорим, чтобы она быстрее была. Наймем сюда рабочих и займемся как раз производством. Так, ты пока делайся, а я построю здесь... Где у нас тут гараж? Так, 20 тысяч, 15 тысяч. Так, гараж. Угу, технологии на 6 парковочных мест. А здесь 12 парковочных мест. Наверное, давай на 12. Как раз недалеко. Куда-то сюда, может, тебя мы... Так, раз. Два. По идее, 3 и 4. Нам нужно будет много. Так, техники здесь... Тихо, понадобится нам очень много для каждого вида, во-первых, растений, а во-вторых, чтобы собрать, к примеру, урожай, там, полить поле и ухаживать за ним. Так, давай, стройся. О, отлично, главное сейчас не выйти в минус. Потому что, когда я проходил обучение, я что-то в жесткий минус ушел. Так, назначить. Здесь у нас с вами... Кто будет?
Сила. Ну давай, может, тебя назначим. Будешь ли ты за ними следить? Так, что у нас тут есть? У нас здесь есть карп. У нас здесь форелька. Давай форелькой займемся, да? Так, купить. Раз, два, три. И мы будем тебя кормить рожь. Так, все, рожь. Только для этого нужно будет купить. Так, где ты? Продукты. Рожь. Во, давай тебя закупим. Ага, мы не можем, да, купить? Так, построить маленькая силосная башня. Нет, нам нужно будет большую построить. Маленькая силосная башня, большая силосная башня. Да, во. Давай, наверное, возле тебя мы ее так поставим. И пошли закупаться. Так, давай еще раз рожь, а потом рожь пойдем и посадим в поле. Давай, стройся. Все, отлично, да? Так, мы можем закупить на 76 тысяч. Да, давай закупим на 76 тысяч. Как раз это должно хватить. Теперь давай смотреть здесь. Так, рожь. Угу, отлично, семена ржи. Так, хотите установить систему полива за 24 тысячи? Да, конечно, хочу. И давай смотреть, что нам для этого нужно. Нам нужно будет для этого трактор. Здесь у нас как раз подсказки есть. Вот, нет необходимой машины. Давай добудем необходимую машину купить. Тебя мы установим, тихо. Установим мы тебя вот сюда. И нам нужен будет трактор, да? Вот я, вот. Все, отлично, здесь. А здесь у нас не хватает еды. Но еда сейчас у нас здесь будет, когда мы с вами построим центр логистики. Чтобы мы этим всем с вами не занимались. Нам нужен будет центр логистики. Так, вот ты где. Так, какой ты огромный. Куда бы тебя так бы уместить бы, чтобы ты тут не мешал никому. Чтоб ты тут никому не мешал. Давайте, наверное, центр логистики сюда и поставим. На крайняк потом все перенесем, если... Во, началась работка. Если нам не понравится, то мы потом перенесем это все дело. Как там? По полям. Красный трактор едет к нам. Все, ты пока занимайся. Здесь животные голодные, да. Они не будут голодать, когда мы с вами построим центр логистики. Так, давай. Открывайся и... Бум, умничка. Все, сейчас... Теперь должны машинки кататься и разводить сюда еду. Давай, наверное, мы еще... Рожь. Вот иди. Купим еще немножечко. Все, отлично. Теперь ты должен развозить вот сюда. Нужно будет потом еще кукурузу посадить. Ричефа, соя, ну... Этим мы займемся потом. Так, давай по поводу рабочего. Мы добавим немножко ему зарплаты. И, наверное, снизим рабочий день. Во, отлично. Все, так, давай смотреть. Нет необходимости для работы на данном поле. Необходима новая машина. Купи нужную машину, да? Давай купим. Что нам нужно? Культиватор. Давай купим культиватор. Культиватор. Так, погоди. Так, купить. Вот, культиватор. Сейчас мы должны с вами... Что здесь не хватает? Здесь не хватает склада. А склад у нас будет с вами... Ну, давай изначально склад поставим вот сюда, а может и сюда. Давайте посмотрим по поводу дороги, что мы сможем с вами сделать. Так, раз, два... Так, давай смотреть. Давай, наверное, склад мы поставим с тобой пока сюда. Жарю на крайняк, потом перенесем. О, все, отлично. Так, здесь у нас поле. Что? Так, идет культивирование. Ага, отлично. Давай посмотрим. Опа, забрал. И начинаем культивацию. Здесь, по-моему, даже можно будет... Какой-то туристический себе сделать, я так его
Островочек маленький здесь. Вроде здесь даже туристы где-то были, да? Так, вот, да, агротуризм. Можно будет парковку поставить. Контактный зоопарк. Угу. Для туристов, да? Но этим мы займемся. Сделаем какой-то ему маленький островочек где-то. Не знаю, видно ли мышка у меня здесь, либо не видно. Так что разметим вот полем. Примерно где-то вот тут вот так. Потом сделаем. Но на данный момент нам нужно хотя бы не выйти в минус. Так, что тебе не хватает? Месячная зарплата, да, тебя не устраивает? А почему? Так, зарплата плюс время работы. Что тебе не нравится? Крица, что тебе не устраивает? Почему тебе не нравится? Хорошо, давайте еще рож купим. Так. Купить, купить, купить. Ага, я не могу, да? Почему? Потому что у нас заполнено. Да, у нас заполнена рожь. А, все. Отлично, рожь нам не нужна. У нас есть склад. Что у нас тут? Трактор. Давай немножечко тебя ускорим. Нам нужно уже засеивать наше поле. Блин, обожаю такие игры. Можно сидеть, расслабиться. Тихо, тихо, тихо. Ты куда пошел? Ага, давайте я тоже зарплату повысим и немножечко 102 часов в месяц сделаем. Так, а ты куда идешь? Ты идешь домой к себе, да? Давай смотреть. Да, домой зашла. Прикольно, а что у нас здесь? Украшения. Можешь что-нибудь ей поставить? Не сильно ли большая лавочка? Как вы думаете? Ну, пусть будет. Так, что это? Это клумба. Давай поставим сюда. Давай смотреть, что еще здесь у нас есть. Угу, фонтанчик, да? Ля, ну должно же быть все красиво. Должно быть все красиво. Так, тихо, тихо. Это что у нас такое? Мельница. Не, мельница, я думаю, тут смотреться не будет. Блин, ну эта лавочка, конечно, огромная. Меня убивает. Так, ты кто? Беседка. Во, и беседочку сюда. Все, я должно... Кажется, им должно это все понравиться. Так, давай, наверное, мы дорогой это все так... Опачки сделаем. Ну все, красота. Что можно сказать? Красота. Так, давай смотреть, что у нас тут дальше по поводу поля. У нас чего-то не хватает, да? Нет необходимой машины. Окей, купить. Купить, купить, купить. Давай мы ее сюда купим, поставим. Все. Отлично. Немножечко ускорим и посмотрим. По идее... По идее, сейчас должно все заработать. Да, удобрение, да, пошло? Так, ты набрал удобрение. Откуда только ты набрал удобрение, так я понял. С рыбной фермы. Хотя навряд ли здесь удобрения будут. Так, что у нас по поводу... Нет, не сюда. Рынок, продать. Ну да, у нас только рыба и рожь. Ну, ржи у нас много. Так, удобрения, отлично. Давай смотреть, что мы тут можем еще посадить с тобой. Кукурузку, да? Давай попробуем поле с кукурузкой сделать. Так же самое отступим немножко. Так, само немножко отступим. Так, давай смотреть. Кукуруза. Так. Семена кукурузы нужно. Угу. От урожая. Так, урожая. Хорошо, все. Ставим автополив и смотрим, что у нас здесь будет не хватать. Но будем постепенно. Так, животные больные. Вызови городского ветеринара, чтобы посмотреть болезни. Хорошо. А хотя мы можем с вами просто построить себе здесь медклинику. Да? Где она тут у нас? Так, разное, разное, разное. Да, остальное. Где оно? Вот, ветеринарная клиника. По идее, если мы ее сейчас туда поставим, вот так вот, недалеко, то ты должен будешь смотреть за этим всем процессом.
Давай немножечко ускорим. Да, и здесь нужно будет рядышком с машинами поставить себе, не забыть, гараж механика, потому что здесь машинки ломаются, к сожалению. Давай, наверное, гараж механика мы поставим сюда. Здесь дорогой обведем. Так, тихонечко. Вот сюда, вот так. Так, в клинике, да, отлично, все. Шикарно. Только здесь нету анимации рыбки. Ну, либо я что-то не понимаю. Ага, мне чего-то еще не хватает. Хорошо. Давай смотреть, чего мне не хватает. Мне не хватает... Селка для зерновых. Купить. Хорошо. Денежку пока у нас есть. Так, у нас 1 500 000. Пока на данный момент есть. Что там по поводу рыбок? Реально не... А, во, где-то где-то маленькая рыбка здесь плавает. Отлично, можешь такую же самую поставить сюда не с этим, как его, не с форелью, а еще и с карпом. Вот так, параллельно, как думаете? Попробуем, чтобы мы сразу с вами добывали два вида рыбы. Только для этого нам нужно будет провести вот так дорогу. Так, сюда тоже, наверное, надо будет провести дорогу. Во. А мы переносить здания можем? Или можем только их разрушать? Так. Так, здесь мы покупаем. А здесь мы... Здесь мы только сносим. Блин, нужно было, наверное, здесь вот так дорогу провести. Чтобы было все красиво. Да? Ладно. Этим мы займемся уже потом. Так, давай... Рыбный завод. Во, сделаем вот так вот. Сюда сейчас назначим рабочего. Что по поводу кукурузы? Почему ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Так, селка. Точного пассива. Прицеп с водой. Отсутствует. Почему он отсутствует? Я тут-то вот не могу понять. Может из-за того, что у нас... Так, трудоустроить. Где-то растения, животные, сады. Растения, давай. Животные. Машина. Все. Все, теперь будет нормально, я надеюсь. Так, давай смотреть, что у нас тут. У нас тут животные, да? Животные, животные. А где-то животные... Вот животное. Отлично. Сразу делаем я зарплатку и сразу делаем место 2 часов. Так, купить. И купить у нас... Так, а у нас здесь... Погоди. Что у нас здесь? У нас здесь форель. А здесь, значит, у нас будет с вами карпа, да? Да. Давай, наверное, карпа сюда вот так накупим. И тоже пока мы будем использовать рожь. Блин, ну изначально мне... Уже не нравится, так как дороги здесь у меня проведенные. Ладно, давайте что-то думать. Так, давай сюда и давай сюда. На крайняк здесь потом какую-то, может, декорацию поставим. Да? Как вариант. Что мы можем сюда поставить? Так, скорость немножко. Украшение. Украшение, украшение. Ага, понял. Понял, понял. Не, мне это не нравится, украшение. Так, а я могу удалить конкретно украшение? Либо не, либо уже все. Ладно. Ладно, ладно. Тогда, значит, продолжим. Так. Ровненько, косенько, кривенько, вроде кривенько, косенько. Отделим, значит, его. Вот так как-то. Давай смотреть, что тут еще есть. Не, сильно маленькое. Нужно что-то побольше. Так, пугало. Давайте пугало, наверное, поставим. Вот сюда, да? Или мы не сможем поставить? Сможем. Отлично. А, удалить? Удалить сможем. Пусть будет по одному пугалу. Не могу понять, почему на этом поле не хотят работать.
хакериться. В чем ваша проблемка? Что там необходимо? Техника. Давай посмотрим, давай купим. Деньги вроде есть. Все, отлично. Здесь по поводу декорации. Здесь по поводу декорации. Дерево. Ля. Такое большое. Ага, ты вот так, да, занимаешь? Такое большое дерево. Так, мельница. Ну, допустим, здесь пусть мельница будет. И плюс еще. Плюс еще что? Так, это что такое? Это горшки. Окей. Можно тогда мне что-нибудь другое? Во, давай колодец поставим. Давай. Все, пусть будет вот так. Колодец, мельница. А дальше что-нибудь придумаем. Что по поводу рыбки? Вроде нормально, да? Ты у нас работаешь. Усталость 42. Хорошо. Почему у нас не растет поле кукурузы? В чем, как говорится, проблемка? Что не так? Так, что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Ага, нам нужно... Это что такое? Механик, да? Правильно? Да. Ниже 70% когда будет, оно начнется... Начнется ремонт. Так, а в чем проблема кукурузки? Что не так? Что не так с кукурузкой? Так, дом пасечника, накопитель навоза, курятник. Это не то, это животное производство. Так, хранилище для силоса. Питомник растений нам не надо. Производство семян тоже пока мясь. Так, мельница. Кофейное пиварение, виноградник. Коптильня. Ага, коптильня. А мы рыбку сможем коптить? Да, вот вижу. Сколько стоит? 320 тысяч. Может, попробуем коптильню поставить? Начать зарабатывать уже как раз на нашем производстве рыбки. Так. Давайте, наверное, поставим коптильню мы сюда. Блин, миллион остался. Хорошо. Почему у нас не растет кукуруза? Что не так? Может, нужно закупить... Так, где ты? Где ты? Фрукты, фрукты, семена растений. Вот, давай. Кукурука. Семена кукурузы. Ну, давай купим. И давай купим био. Я не знаю, может... Может, из-за этого у нас она не хочет. Или что, как говорится, или что не так. Так, давай сразу мы сделаем вот так. Все, отлично. Дальше мы потом тоже продолжим, когда выкупим этот участок, я думаю. Так, ну что, ты спасаешь тут кого-то? Так, хорошо, поле хорошо. Угу, здесь у нас строится коптильня. Давай немножечко ускорим. Конечно, зря, наверное, это делаю, но нужно на чем-то зарабатывать. Так, хорошо, нанять. Ну, давай тебя наймем. И давай, ну, не знаю, животные. Ладно, пусть пока будут вот так и вот так. Все, отлично. Добавить производство. Так, изменить мне нужна рыбка. Так, выбрать. Все, отлично, пошло. По идее, должно пойти работать. Так, давай тебе сюда. Тебе зарплатку добавим. На крайняк потом всех уволим и наймем себе новых, правильно? Так, у нас тут... Что у нас тут? А, недостаточно ресурсов. Мясо карпа показать за 10 тысяч. Хорошо, давай купим. Что здесь еще? Показать, купить. Много в минус уходим. 700 тысяч.
Так, 3000 килограмм, 67 тысяч. Ладно, давай купим. Все, по идее, должно пойти. Отлично. И теперь мне нужно построить как минимум здесь магазин, если здесь оно есть. Чтобы оно продавало нашу продукцию. Так, пекарня, не то, склады, гаражи, остальное. Есть ли тут магазин? Да, здесь единственное, что я убрал, здесь можно ставить электричество, чтобы запитать все. Я убрал его, не хочу я париться с этими штуками, потому что их нужно, Лена, когда ты, к примеру, здесь ставишь, это нужно тянуть провода, видите, его не всегда можно везде тут установить. Так что я не стал, в принципе, будем считать, что здесь оно работает на солнечной батарее. Так, что я хочу? Я хочу гараж механиками, состояние всех ваших зданий. Это не то, я хочу найти себе. Позволяет на большой воде, который будет для полива 5000, да? Угу. Стоит ли это делать, не знаю, либо у нас тут, хотя у нас здесь автополив. А, во, ребят, кукурузка пошла, да? Да, пошла кукурузка, хорошо, отлично. Тогда мы сможем кормить вас и кукурузкой тоже здесь. Давай туда ставим, все. Здесь пошла коптильня. Чего не хватает? Так, недостаточно, угу. Купить. 600 тысяч осталось. Ну ладненько, я думаю, справимся. Думаю, с вами справимся. Давай смотреть. Так, продать. Что у нас здесь есть? Куриное мясо. У нас куриное мясо есть? Угу. А откуда у нас куриное мясо? Это я закупил. Давай, наверное, продадим его. Оно нам не надо. Так, это карп копченый за 8 тысяч. Блин, мало что-то все так. Что-то как-то маловастенько это все. А чего не хватает? Тебе еды не хватает, но по идее... Где наш склад? По идее должно хватать. Ага, у нас кукурузы нету. Хорошо. Давай закупим кукурузки. Насколько? А вот так вот. Все, отлично. Есть. Давайте смотреть по поводу магазина. Где тут у нас есть магазин? Ветеринарная клиника. Просто если я построю здесь агротуризм, здесь есть магазин, но здесь в магазине они хотят эко. Они хотят, вот это, чтобы все было эко, видите, вот этот органический продукт. А у меня как бы да. Может попробуем? Так, выбрать. Так, раз, и здесь... Выбрать два. Может, попробуем сделать это все. Но тогда придется нам здесь засеивать тоже все. Нет, не то. Все био-эко производством. А я не уверен, что оно у нас здесь есть. Давайте посмотрим. Так, сделаем маленькое поле. К примеру, там кукуруза. Да, нету. Оно соя. Персики, болгарский перец, перец, семена петрушки. Так, а если био? Вот она что. А ну если кукурука, ля. Блин, это что, пересаживать все? Это что, все пересаживать или что? Так, или использовать... Экологически чистый корм. Ну, тут два варианта. Либо сносить эти поля и делать это все заново. Либо уже дождаться. Давайте сносить. Давайте, что поделаешь. Да. Да, ребят, по-другому никак. Мы за... Так, что это? Почему? Ага, работы не закончились. Ладно. Тогда давай делать поле заново. Что не так? Что не так? Что мешает, да? Ты мешаешь. Да, ты мешаешь. Давай делать... Кукурузку. Не,
Что там? А что мы перед этим здесь? А, хорош. Так. Хорош, вот. Био. Да, отлично. Ускоряемся. Просто для туристов же нам нужно будет все, чтобы было красиво. Здесь био, био. Здесь использовать тоже, да, наверное, биопродукты будем. Но для этого нужно будет потом продать все. Чтобы мы использовали чисто экологически чистые продукты. Так. Да, снести. Здесь у нас, по-моему, кукурука была, да? По-моему, была кукурука у нас здесь. Так, полить автоматически. Отлично. Так, не, не то, не туда. Кукурука. Так, во. Шикарно. Ну все, заново пошло. Конечно, не уверен, что в этом сезоне мы успеем это все посадить, это все сделать, но надеюсь, все будет хорошо. Так, чего тебе не хватает? Тебе не хватает биорыбки, да? А чтобы у нас была биорыбка, мне нужно кормить ее биопродуктами. Окей, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, средства против грибка, хорошо. Вот это мы продадим, пусть био останется. Копченую тоже. Это тоже, нам нужно немножко денежки заработать. Так, и кукуруку продать. Кукуруку тоже продать, и рожь продать. Блин, ну если я сейчас рожь продам... Ладно, давайте попробуем продать. Все, хорошо. Заходим в магазин. Так, купить, 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 чего купить. Ты вроде рожь, да, кушаешь? Да, рожь кушаешь. Ну ладно, они сейчас докушают. Так, твои животные уже получили неограниченный корм, да? А, неорганический корм. А, то есть по-другому уже никак. Хорошо, тогда... Тогда делаем вот так. Продаем это все. Продаем это все. Отлично. Иди сюда. И будем это все делать заново. Я что-то не подумал сразу это сделать. Ладно, мы только учимся, так что. Я думаю, ничего страшного. Так, чего вот мне тут не хватает? Так, нет склада. Какого склада тебе надо? Ага, накопитель для навоза. Хорошо. Только зачем он тебе нужен? Вот это вот вопрос хороший. Куда бы тебе его поставить? Накопитель это для навоза. Блин, знал бы, сюда поставил бы, да? А давай, наверное, мы так с тобой и поступим. Ой, а я рыбную ферму, ой, уничтожил. Ну ладно. Зато сможем сейчас с вами построить. Ага, и что-то еще я уничтожил, да? Что я уничтожил? Логистику, по-моему, да? Да, логистику. Шикарно. Арчи красавчик. Арчи молодец. Нужно мне вернуть... Мне нужно вернуть логистику. Центр логистики. Блин, я сейчас такой минус, да, наверное, уйду. И возвращаем сюда рыбную ферму с вами. Где ты? Где. Так, здесь у нас с вами был карп, да, по-моему? Тогда идем с вами сюда продать. Продаем полностью. Полностью все. Все, что осталось, кроме экологически чистых продуктов. А сюда ставим для навоза. Оно же поместится. Да, поместится, отлично. Так, раз. А, сюда уже не помещается, но пусть будет один. Отлично, давай тогда теперь смотреть. Купить. Купить карпа. Использовать только... Во. Теперь рожь и кукуруку. Так самое здесь. Здесь все то же самое. Так, купить форель. Использовать рожь, кукурузу. Здесь нанимаем.
Это и вроде у нас, да, с животными. Так, нанять. Все. Делаем тебе зарплату. Зарплата хорошо. У тебя зарплата тоже хорошо. Отлично, отлично. Теперь, по идее, должна быть рыбка. Так, что не так? Недостаточно необходимой техники. Окей, давай купим. Без проблем. Чё ж ты молчишь, что тебе нужно? Так, и... Алло, показать? Передать, перекупить, купить, ну? Давай купим, алло. Не, не хочешь? Показать, что нужно? Навозообрыскиватель. Хорошо, навозообрыскиватель. Где ты? Косилка, измельчитель. Так, но... Навозообрызгиватель, хорошо. Комбайн, комбайн, не то. А где этот навозообрызгиватель? Разбрызгивание удобрения, это же оно? Правильно я же понимаю? Так вроде у нас есть, вон у нас вроде есть. Говорится, что не так, почему? Вот он. Ну да. Так, здесь у нас пока мы все голодные. Хорошо. Давай посмотрим. Био, био, био. Здесь мы закроем, здесь мы закроем. А здесь мы с вами купить. Все, отлично. По идее, сейчас должно быть все хорошо. Так, раз... Два. Нужно будет купить семена. Да, нужно будет семена купить. Так, кукурука. Био, да? Семена кукурузы. Кукурузы. Так, семена кукурузы. И кукуруза. Отлично. Все. Да, здесь мы уже питаемся. Здесь мы тоже, да, уже питаемся, рыбки наши. Так, купить 4 штучки. Здесь тоже. Ага, уже био у нас. Здесь должно быть био, по идее. Когда у нас будет много био, оно отправится вот сюда. И тогда мы сможем с вами туристов пригласить к нам, да? Вот, отлично. Магазин, загон для лошадей, рыболовный пруд. Прикольненько. Только не знаю, где место выделить бы, так бы, чтобы красиво было. А может здесь и выделить? Так, здесь нужен, может, еще один трактор купить. Конечно, у меня денег мало, но может еще один трактор или нет, или не нужно. Или у нас не хватит. А, тут уже засеяно, да? Ну все, все хорошо. Мы сейчас с вами играем на ускоренном режиме, чтобы это быстрее чуть было. Здесь поле нам не нужно. Ну что, давай смотреть, сколько у нас рыбки. Поставляется ли она сюда. Давайте еще немножечко ускоримся. Давай смотреть. Если у нас на складе оно продать. Нет, у нас мясо карпа обычное. Во. Продать его. Нам обычное мясо же не нужно. Нам нужно чисто... Чисто био, ребят. Попридумаю тут это вот, да? Разную штуку, да? Пошло, отлично. Только я единственное, что я так магазина здесь обычного и не нашел. Так, сарай, склад, винный погреб. Так, это не то. Это не то, остальное. Угу. Теплица, большая теплица. Не, большая теплица нам пока не нужна. Хорошо, так, трудоустроить не то, список персонала. Вроде пока работает, вроде пока нормально. Так, на 80%, отлично, кредиты, взять кредит. Не, пока мест, наверное, брать мы не будем, у нас 600 тысяч есть. Думаю, этого должно хватить. Так, по поводу
продать. Блин, неужели мы будем просто... Просто продавать ее вот так и все. Не будет ли тут автоматическая продажа? Странно. Странно, конечно. Так, недостаточно ресурсов. Показать, сколько ты стоишь. Ладно, давай купим. Давай купим. Вроде недорого. Так, 14 тысяч, хорошо. И здесь 14 тысяч, да? Все, вроде бы даже в минус не уходим. Био работает, здесь био работает. Много у нас рыбки. Думаю, что это отлично. Блин, не знаю, может в следующей серии попробовать реально построить себе агротуризм. Потому что здесь есть все-таки магазин, вот видите. И чтобы к нам приезжали. Сколько это мне будет всего стоить? Так, 15 тысяч. Контактный зоопарк 15. Месячная зарплата 2000. Ага, 20. 25. Магазин 40. Ну, в принципе, думаю, сотку мы сможем с вами потратить. Это не столь так уже страшно будет. Здесь как раз отстроимся. Вот на этом месте. Где-то здесь справа. А здесь будем дальше развиваться с вами. Как вы думаете, здесь у нас место будет как раз для наших рабочих. Тут как раз для поля. Так, недостаточно ресурсов. Рыбка, не. Давайте вы, наверное, будете рыбку брать отсюда. Понимаешь, сильно медленно. Оно производит. Ну, что поделать? По-другому никак, правильно? Так, здесь работает, здесь доставляю, здесь хорошо. А что не так? Так, коптильня, недостаточно ресурсов. Купи недостающие ресурсы на рынке. Не, я наоборот зарабатываю, ребят. Какие купи? Надо, чтобы вы сами производили все. Так, продавать, продавать. Вот, био, кочемная форель. Минус сколько? А, 4000, да, заработаем. Маловастенько, маловастенько. Нужно ли нам ставить второй завод, чтобы это быстрее все было, производство? Ну и тоже, если мы поставим сейчас второй завод с вами, то нам в любом случае нужно будет ставить и... Так, давай, скорость пока нормально. Ставить еще рыбные фермы. А мне нужно, чтобы поля заработали. Мне нужно, чтобы заработали поля. Может быть, даже сделать еще вот так два поля рядышком. Так, раз... Раз и... Ага, нет, ты мне не нравишься. Ты мне, кажется, не нравишься. Так, делаем вот так. Так, раз и два. Может, тоже сюда кукуруку и рожь. Правильно, у нас здесь же рожь. Да, рожь. Ладно, давай еще рожь. Только био. Так, рожь. Отлично, автополив, да. А здесь у нас кукуруку. Давай еще. Кукурузка. Куку. Не, куку. Куку, ёптят. Так, а может семена кукурузы? Блин, вот это вот. Ладно, давай, наверное, семена кукурузы, да, сделаем. Все, отлично. Здесь мы делаем вот так вот. Здесь закупаем. Так, семена. Семена. Семена кукурузы. Семена кукурузы. Семена кукурузы. Органический продукт. О, купить. И по идее, сейчас должен трактор поехать. Это все делаю. Так, давай, давай, ускоримся. Туда ты поедешь, до кукурузки, либо... Ага, ты сюда, да? Так, здесь у нас заполнено очень мало. Надо будет, наверное, еще таких поставить. Пару штучек. Либо склад потом улучшать. Где наш склад? Где наш склад? Вот у нас склад. Ага, 132 рыбки. Здесь у нас не хватает еды.
Хорошо. Блин, здесь и сады есть, ля. И абрикосы. Интересно, надо будет посмотреть, как это все выглядит. И нужно будет потом посмотреть по поводу работников. Трудоустройству. Так. Интересно, если я пчеловода поставлю обрабатывать сады, то будет ли он этим заниматься или нет? Так, выносливые растения. Ага. И прокачивается ли у них? Либо не прокачивается. Так, выносливость. А здесь у нас... Так, животные. Ну, то есть умение их не прокачивается, либо нет, мне интересно. Если да, то это хорошо. Так, наненные работники. Игра сохранена. Прикольненько. Так, давай, наверное, мы сейчас с этим полем закончим. Поедем на следующее, да? И будем, наверное, заканчивать. А в следующей серии попробуем построить с вами агротуризм маленький. Может, начнем зарабатывать как раз денежки на нем. Так. Все. Ты за семенами, да? Да, сажать. Отличненько. Отличненько. Чего не хватает? Вам не хватает еды, я понял. Понял. Так. Купить. Достаточно ресурсов. Нет, в коптильню пока мы добавлять не будем. Пусть они отсюда их берут, рыбку. Тем более, вроде нормально производство у нас. Корма, конечно, очень мало. Считаю, у нас его вообще нету, этого биокорма. Но я думаю, мы решим эту проблемку. Так, навоз забрал, да? Да, забрал навоз. Чтобы удобрить. Так, чего тебе не хватает? Тебе что-то там не хватает. Давай, смотри, чего не хватает. Не, по поводу ресурсов пока не надо. Но нужно будет потом на поля подокупать вот эти вот машинки. Конечно, они дорогие, падлы. Но что делать? Если нужно будет, то нужно будет. Может, сюда еще один трактор купить или нет? Давайте попробуем потратиться. Купить сюда еще один трактор. Купить. Либо не стоит. Либо пусть один справляется, или он не справится. Я даже и не знаю. Купить ли бы нам один трактор еще. Так, что ты у нас? Отдыхаешь, да? Угу, ну вот он и поехал. Блин, давайте попробуем купить еще один трактор. Посмотрим, сколько он стоит. 45 тысяч, да? Хорошо. Давай попробуем купить. Посмотреть, поменяется ли от этого что-то, либо нет. На крайняк потом продадим. Так, второй поехал. Ага, за навозом, да? Либо они сейчас по очереди будут у нас тут так. Ага, он по дорогам у нас все-таки ездит. Хорошо. А второй трактор у нас отдыхает. Значит, в принципе... А, не, смотри. Тоже поехал что-то делать. Ага. Тогда предлагаю купить еще один трактор. Я понимаю, что у нас денег нету, но... Возможно, оно будет как-то быстрее это все дело происходить. Так, и давай посмотрим, что мы можем сюда еще купить. Вот эту штучку. Купить. Так, учпуник. Угу. Так, ты кто у нас? Для тюкования, для сена. Так, это не то. Для зерновых. О.
Отлично. Крица, подокупаем то, что мы можем докупить. Угу, фургон, прицеп. Блин, я хочу просто заполнить одной штучкой вот эту. Вот она меня здесь муляет, вот это вот белое пространство. Хочу сюда что-то докупить. Чтоб его такое... Так, для удобрений, да? Давайте для удобрений. Где у нас тут? Уже заполним, так сказать, и все. И я не буду париться. Так, косилка для удобрения. Оно? Да, одну штучку занимает. Все, я спокоен. Корица, я спокоен. Хорошо, так, чего здесь у нас? Так, животные голодные. Показать, показать. Блин, ну я... Я не знаю. Нужно ожидать первого урожая. Так, здесь убрать, а здесь купить. Просто тоже не хочется много денег сразу тратить. Хочу дождаться уже урожая, когда вот это уже все соберется. Так, здесь полив, да. Здесь полив тоже есть, хорошо. Все, но изначально, я думаю, в принципе, неплохо. В следующей серии попробуем построить агротуризм, чтобы он нам приносил хоть какие-то денежки с правой стороны, конкретно вот здесь. Я просто вам показываю трактором из-за того, что у меня мышка скрытая в Дискорде, и вам ее не видно. Вот тут где-то, наверное, мы выделим место и здесь построимся. Пусть люди приезжают и приносят нам прибыль. А мы дальше будем заниматься своим делом. Так, еды вам не хватает. Блин, ну ладно, давайте еще понямать вам купим. Давайте купим вам еще понямать. Так, а если я сделаю вот так? 113 тысяч. Не, ребят. Не-не-не-не-не-не, сильно много. Так, давай на 80 вот так вот купить. Все, отлично. Занимайтесь. Если кто в курсе, если мне не нужно столько много тракторов и их можно продать, то напиши. Продадим их в следующей серии. Так, комбайн. Ну, комбайн нам для сена пригодится, когда мы будем сено здесь с вами выращивать. Я думаю, наверное, поля идти в эту сторону нужно будет купить. Только я не знаю, где конкретно можно купить землю. Нужно будет вот этот вот участок купить слева. И дальше вот так продолжать. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, игрулька вам понравилась. Не знаю, меня прикольнуло. Расслабляющая. Можно, кажется, не знаю, там одну-две серии раз в недельку выпускать, и будет хорошо. Все, всем пока-пока. До потом. И в следующей серии будет следующая серия. Так что все, всем мур-мур.